Нашей планете отчаянно не хватало ресурсов. Мы отправились искать их за пределы Земли. Новый фронтир дал надежду на светлое будущее. Но вдали от Родины зародилось движение, утратившее связь с тем местом, что мы звали домом. Новые правила, новые амбиции, новый враг. Мы не были готовы к тому, что СДФ соберет армию и начнет кровопролитную войну с Землей. Это не революционеры. Они жаждут абсолютной власти. Они грабят колонии, отнимают ресурсы. Они силой удерживают территории. Они используют флот, чтобы лишить нас ресурсов, необходимых для выживания. Их цель — уничтожить все, связанное с Землей. Сейчас СДФ — это машина, которой управляют военные. Если у них появится сильный лидер, они явятся к нам, чтобы захватить нашу Родину. Воевода, это Скар-1. Жду приказа. Принято, 1-1. Одну из наших секретных баз атакует СДФ. Мы считаем, что это часть операции под кодовым названием «Рая». По данным разведки, их цель — прототип оружия. Вы должны изъять прототип и подорвать базу, пока противник ее не обнаружил. Вас понял, воевода. Сделаем. Одна минута! Союзники! Никак нет. Союзных целей нет. Добудем оружие и убираемся. Проверить снаряжение! Система ЛЗУ включена. Условия атаки? Огонь на усмотрение! Готово! 10 секунд. Дверь! Скар-1, начинайте, начинайте! Пора, Вольт! Пошли! Пошли, пошли! Не сбивайте! Температура поверхности минус 300 градусов. Надо шевелиться. Жнец, Скар на месте, отбой. Понял, 1-1, десант с воздуха, к северу от вас. Так точно, уже идем. Внизу две цели. Сбросить тягу, снимите их. Вперед! 1-1 жнецу, в секторе стрелки СДФ. Продвигаемся. Есть, передам. Конец связи. Нужно добраться до оружия раньше них. Стрелять без предупреждения! Группы, доклад! Готов! Точка входа через 30 метров. Вперед! Жнец, приближаемся к точке входа. Будьте осторожны, мы столкнулись с силами СДФ. Цели на тепловизоре рядом с вами. Будьте бдительны. Стойте. Часовые наверху. Вторая палуба. Оль, один твой, остальные наши. Пошли! Поднажмите. Осторожнее. Они их просто казнили. СДФ нужно оружие, а не пленники. Ищейки пошли. Принято. Справа чисто. Рассыпаться. Наше оружие в хранилище в полукилометре отсюда.
Как думаешь, они слышали взрыв? Может и да. Тогда давай их поприветствуем. Добро пожаловать. Бросай антиграф. Принято. Что за... Готовы. Выдвигаемся. Жнец, мы в исследовательском центре. Идем к арсеналу. Принято. Имейте в виду, войска СДФ скоро будут внутри. Нельзя допустить, чтобы операция Рая увенчалась успехом. Как только оно будет у нас, я смогу запустить процесс самоуничтожения. Принято. Атакуем в лоб! Не останавливаться! Я пустой! Не расслабляться, мы еще не закончили. Поджарим гадов! Цели уничтожены. 1-1, мы опаздываем, и топливо почти на исходе. Что там у вас? Двигаемся к цели. Точка выхода через 6 минут. Конец связи. Оружие на другой стороне. Мы их опередили. Сайпс, ломаем. Все чисто! Джекпот! Вижу хранилище. Жнец, мы добрались до арсенала. Идем забирать оружие. Принято, 1-1. Оружие в хранилище. Как только заберете его, я запущу протокол самоуничтожения. Оружие за этими дверьми. Дело за тобой, Воль. Прототипы спа. Загружай его, Сайпс. Оно нам понадобится. Держи его. Технология та же. Модель компактная. Так вот, зачем они охотились. Жнец, оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДФ. Пехота и техника больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял. Мы выступаем. Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед!
Нужен воздух! Иду к тебе! Подними его, ему нужен воздух. Дыши, боец. Сколько вас пришло? Здесь все. А как насчет того корабля, который мы сбили? Моим людям нужен врач. Заботишься о своих людях? Вот поэтому вам и не видать победы. Это место уже не ваше. Прикончите. Не трать пули. Что такое Рая? Что за Рая, не знаю. А шлемная камера отключилась. 18 часов связи нет. СДФ не выставил требований. А зачем им выставлять требования? Они захватили базу, расстреляли троих и сбили пилота. Нашу группу отправили за секретным оружием на закрытый объект. Этот объект строго засекречен. Как вообще СДФ туда пропустили? Так, согласно договорам, все народы имеют право свободно... Сэр, это задача для полной ударной группы, не для четверки бойцов. Лейтенант Рейс, прошу вас вести себя более дипломатично. И смените тон. Есть, сэр. Кто еще знает это? Сейчас воздушное командование и вы. Это же прямой акт агрессии, адмирал. Мы должны быть в патруле, а не пускать тут фейерверки. Военная доктрина запрещает применение крайних мер в таких случаях. Значит, мы воткнем стволы в песок и будем любоваться парадом флота? Лейтенант Рейс, поймите меня. По-человечески, я совершенно согласен с вами. Нам надо нападать. Так почему нет? Они политики, Рейс. Подотрутся любым флагом, лишь бы заводы дымили. Присаживайся. Для политиков идея вооруженного наступления – это полный кошмар. Войны нет, военные не у руля. Но когда она начнется, будет поздно. Сомнения, дыра в голове. Вы твердили это в летной школе. Оцени проблему и действуй. Ты всегда был хорошим учеником. Стратком в курсе наших проблем. Пока применение силы не рассматривалось на оперативном уровне. Законы войны, сынок. Спасибо за разъяснение, сэр. Адмирал Рейнс, Итриан уже на крыше. Спасибо, старшина. Что такое Итриан? Сходи, посмотри. Думаю, понравится. Вольно. Сколько? Четверо. 200-е. Европа? Да, там был СДФ. Перебили команду. Забрали все. Ах ты ж дрянь. Этот флот, они зря так. Мы должны быть в шакалах на боевом. Адмиралы не спорят. Капитан знает? Отнюдь.
Возмездие сейчас не боевой корабль, а декорация. Весь наш флот здесь, в Женеве, и это пугает. Это бывает каждый год. Что ж, пойдем веселиться. Прошу вас, лейтенант. Спасибо, умник. Давай-ка прогуляемся. Невеселый списочек. Мирно не павшим. Неделя флота как есть. Уже всего день на планете. Предпочитаю черноту космоса. Да, и я тоже. И наконец. Рейнс говорил о каком-то E3N. Не слышала? Никак нет. Четырехзвездочных рукавах Рейни всегда есть пара. Он полетит на церемонию вместе с нами. Не называй его так. В лицо не буду. Это наш корабль! Расступись. Проходите, лейтенанты. У службы свои плюсы. Нас ждет самолет. Сейчас проходит. Дешевая показуха на потеху толпе. Это работа с общественностью. Это пропаганда, все. Мы потеряли четверых и устраиваем праздник. У нас связаны руки. Отдохни-ка сегодня. Ты не можешь мне приказывать, мы равны по званию. Очень остроумно. Лейтенант Рейс. Это еще что? Кажется, это E3N. Так точно, сэр. Старшина первого класса, E3N. Улучшенный тактический гуманоид, модель 3. Потрясающе. Так и есть. Зовите меня Итан. Твои задачи. Я приписан к возмездию, командир капитан Олдер. Боевая программа есть? Лучшая. Увидите. Похоже, ты действительно крутой вояка. Ну что вы, не смущайте меня, сэр. Отойди, Итан. Я еще не настолько старый. Приветствую, адмирал. Что ж, теперь все познакомились. Можно и стартовать. Хорошо скрывали проект Итан, адмирал. Олдер знал. Первая модель боец. Впечатляющая. Представим его на сегодняшней церемонии. Вы же знаете, что я робею на сцене? У тебя есть чувства? Да, лейтенант, вполне. У меня мозг человека, фермера. С ума сойти, серьезно? Ни в какой мере, мэр. Попалось солнце. Вот и нет. Уатис сегодня сверхурочные, да, адмирал? Полно бортов, но система всегда на чеку. Итан, ты знаком с системой авиаперехвата? Железный щит Земли. Основная огневая мощь. Воздаяние, это Ворон-6. Разрешите посадку. Принято. Шестой, посадку разрешаю. Адмирал, сэр. В чем дело, Итан? Орудие Азис. Кажется, они наводятся на наш флот. Тревога! Пилот ранен! Я к штурвалу! С вероятностью террористической атаки, повторяю, у нас стрельба! Это не учение! Все вы способны единицы! Немедленно к бою! Мы падаем! Держись! Я в порядке! Они стреляют в гражданские! Возьми!
СДФ захватили Атис и расстреливают наш флот. Надо подняться на башню. Поднимаемся на второй! Есть! Веди, Рейнс. Я прикрою. Всем Скар, это 1-1, как слышно? Системы связи повреждены. Высадка войск. Надо вернуть контроль над Атис. Остальное сейчас не важно. Боевые частоты заглушены. Вот, я нашла осколочные. Отлично. Зачем они стреляют в гражданских? Не знаю, Итан. Пушки Атис все еще стреляют по нашему флоту. Дабы спасти город, нам надо проникнуть в башню Атис. Стойкий подбит! Осторожно! Браво! Браво!
15 часов! Итан, здесь тупик. Сэр, я могу переправить нас через стену. Сюда, лейтенант. Собираемся! Держимся рядом! Продолжаем идти к башне! Итан! Вперед! Веди нас! Есть, да! Не стреляй! Слышишь? Что-то приближается! Подойдем поближе. Они сразу не спрашивают. Граната не побота! Прорываемся! СДФ рвется к власти уже много лет, Итан. Они знали, что здесь есть движение. Рейс, займись дверью, я прикрою. Вижу! Вижу!
Где ты там? Они знали, что здесь собрался весь наш флот. Рейс, займись дверью, так, я прикрою. Вижу! Отличная работа, лейтенант. Ценная штука. Оставьте ее себе, сэр. Идем вперед. Внимание всем! Группа золота под обстрелом. Продвижение невозможно. Нужен огонь на подавление. Затмение. Это номер первый. Как слышно? Отлично, адмирал. Какие указания? Отработайте главными по башне. Надо прикрыть наземных. Лейтенант, поднять шакалов для поддержки с воздуха. Принято, сэр. Врача! Возмездие, это 1-1. 1-1, возмездие на связи. Крок, Скар-3 на вылет, работа по земле. Принято, лейтенант, расчетная минута. Номер первый золоту. Авиация на подходе. Как только они ударят, берем высоту. Принято, номер первый, золото на позиции. Затмение, к бою! Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Он нас прижимает! Мы тут застряли! Яблочко прилетело! Понял! Выходим из боя! Ломаю! Один. Цель отмечена. Принято. Захожу на цель. Пушки, пушки, пушки. Хорошо отработал, 3-1. Отлично. Цель уничтожена. Поднажмем. Башни на вершине холма. Золото 2-4. Идите на левый фланг. 2-6. Займитесь правым. Yeah.
Группа «Золото», статус! 2-4 на месте! Это 2-6 на месте! Ладно, начали! Скородин, у меня глаза разбегаются. Укажите, по какой цели работать. Вызываю огонь. Цель отмечена. Принято. Цель подтверждаю. Начинаю работу. Огонь, огонь! Яблочко, приоди! Понял. Выходим из боя. Один. Цель отмечена. Принято. Захожу на цель. Пушки, пушки, пушки! Хорошо отработал, 3-1. Понял. Захожу. Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Хорошо отработал, 3-1! Чисто! Понял! Выходим из боя! Сэр, там засел отряд СДР! Понял! Занимайте оборону! Скар пойдет внутрь! Итан, подключись к камерам Атис! Что там творится? Есть, сэр! Начинаю передачу изображения! Осталось 10 кораблей. Флота ЮНСА больше нет. Начинаю ликвидацию системы Атис. Марш свечен. Идем, быстрее! Итан, вперед! Джекпот! Внимание всем, повторяю, джекпот! Смени робота, отведи пленников в камеру. Старшина, запускай Атис, корабли противника все еще... Джекпот! Внимание всем, повторяю, джекпот! Смени робота, отведи пленников в камеру. Старшина, запускай Атис, корабли противника все еще здесь. Так точно, адмирал? Силы САТА засели снаружи и развертывают БП. Понял. Пойдем посмотрим на этого ублюдка. Осмотреть его надо. Обойдусь. И документы есть. Это он. Майкл Аарон Пейдж, инженер-механик, стаж 2 года. Спящий агент СДФ. Имя не мое. Это кличка идиота-землянина. А твое имя? Командор Акил Минрая. Фронт обороны колоний. Операция на Европе. Ты начал войну. И я ее закончу. Адмирал, данные о целях для Атис почти готовы. Быстро ты, Итан, молодец. Вы оттягиваете неизбежно. Увести. Марс, вечер. Стоять, десант. Дай мне 5 минут наедине с этой тварью. Солт. Столько невинных жертв, Рейс. Отомстим за них в бою. Ладно. Готово, сэр. Пошли. Внимание всем! Это СКАР-1-1. Атис снова под контролем ЮНСА. Повторяю, Атис под нашим контролем. СДФ отступает.
Рейдер главному, нам с лейтенантом Солтер нужны птички. Есть, сэр. 3-2 сопроводит их к вашей позиции. Подтверждаю. Итан, это за нами. Итан, ты с лейтенантом Рейсом. Есть, сэр. Чума, заводи. Принято. Смотри, что они наделали, Рейс. Остается отомстить. Внимание всем! Возмездие преследует противника, но нас слишком мало. Мы покидаем атмосферу немедленно. 1-2 принято, и мало не покажется. Возмездие – это затмение. Десант, по местам. Идем на взлет. Горизонтальная тяга 90. Полный вперед. Полетели. 1-1. Хорошая тяга. 1-1. Хорошая тяга. Вижу. У нас гости! Давай туда! Принято! Атаковать следующий эсминец! Тепловые! Выпустить ловушки! У них шустряки! Заведитесь на тесте! Сата, огонь по эсминцу противника! Эскадрилья, это Скар 1-1. Возвращаемся на возмездие. Уходим на базу. Цель поражена. Отлично стреляешь. Понял. Т-4, иду на базу. Наблюдаю возмездие. Т-6 на базу. Отходим, заправляемся и продолжаем погоню.
Начать огонь на суперкрейсере! Итан, ты рулишь, я стреляю! Возвращаемся на базу. Летим к возмездию. Веди. Принято. Возмездие. Скар-1, разрешите посадку. Принято. Посадку разрешаю. Полоса 2 Лима. Принято, 2 Лима. Начинаю заход. Выполняю захват. Ждите. Отлично. Дальше мы сами. Чарли, Дельта, принято. Возмездие! Это 1-1! Грок, что у вас случилось? Столкновение! Много раненых! Носилки сюда! Лейтенант Рейс, вы нужны здесь срочно! Мостик, отбой! Слышу, Солт. Да,